Херсоне сегодня должна была состояться внеочередная сессия горсовета. Депутатов созвали, чтобы отменить решение мэра и исполкома о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте. Неделю назад поездка в маршрутке подорожала с 3 гривен до 5. Но депутаты на работу не явились, зато пришли возмущенные пассажиры. Подробности в следующем материале. Утром перед началом сессии в здании горсовета не пройти. Херсонцы митингуют, ведь уже неделю им приходится ездить в маршрутках по новым расценкам. Хотя бы по 4, но не по 5 же. Это 5 это неподъемно даже, я думаю, для богатых херсонцев. Как только стало известно о повышении тарифов на проезд, в Херсоне начали сбор подписей за отмену решения исполкома. На сегодняшний день против подписалось уже больше 12 тысяч жителей. Если бы видели, что жители города писали на этих подписных листах, они не только поставили подпись, они еще добавили от себя, что они думают о городской власти, о повышении проезда, о новых коммунальных тарифах. Толпа возмущенных горожан перекочевала в сессионный зал. Они должны проголосовать за отмену решения исполкома безусловного поднятия до 5 гривен тарифа и требовать экономического обоснования этого тарифа. Но депутаты так и не собрали кворум. В зале зарегистрировалось 22 избранника, тогда как для работы нужно минимум 26. А тут хоть депутаты, которые не самостоятельны, которые есть сотрудниками коммунальных предприятий, возглавляют коммунальные предприятия, возглавляют департаменты и управления в органах исполнительной власти. Вместо депутатов с трибуны по очереди высказывают свое возмущение общественные активисты. Рядом перевозчики. Оправдываются, цена 5 гривен обоснована. Те же коммунальные платежи, налоги, зарплата рабочим. Зарплата выросла, естественно, выросли и налоги. Вот почему. Почему, когда было 2 гривны проезд и доллар 8, всех все устраивало и не поднимался этот вопрос. Несмотря на возмущение, мэр города поддержал перевозчиков. Жоден із цих депутатів, які ініціювали позачергову сесію, не звернувся до цих розрахунків. І для кого не цікавиться? Всіх цікавить, щоб, знаєте, щось зруйнувати, півміста можна зібрати, щоб проголосувати. Давайте будемо жити і в магазинах нас буде відпускати все безкоштовно. Після неудачної попитки почати засідання мер уходить. Ти смотри, вже простували, А возмущенные горожане остаются в сессионном зале. Мы будем отрабатывать сейчас схему, как відкликати мэра нашего, потому что с таким мэром місто наше долго не протягнет. Если не депутаты, то Фемида. Общественные организации собираются в суде, а протестовать решение, принятое мэром и исполкомом, уверены, оно незаконное. Но перевозчики пригрозили, в случае возвращения старых тарифов, они просто не выйдут на маршруты. Кирилл Ющишин, Игорь Попов, телеканал Интер, Херсон.